21 век, блядь, расцвет путинизма, вот город в абсолютной темноте. То есть там где-то вон кое-где проблескивает свет, ну там другая подстанция. Ну реально, короче, нет не только здесь света, электричества, его нет даже в Хабаровске в некоторых районах. Это вот освещаются вон машинки, мигают. Вот я на небо наведу. 22 часа вечера. Вот такой вот. Вот такой вот, короче. Я тут уже обзвонил своих знакомых. Вот так мы живем, блядь. То есть развал всего. Инфраструктуры всей. Вот. Это не интернет, компьютер работает на аккумуляторах. Тут вот про кремлевский просак пишут. Ну, кремлевские засранцы еще рассказывают, что все классно. А в это время вот полный пиздец. Ну, там я показывать не буду. Как бы добавлять ничего не хочется, да, потому что... Я, конечно, смогу попытаться выйти в интернет. У меня тут резерв есть. Вот они пенсию повысили на 222 рубля. Меня больше интересует судьба морозилки, холодильника, забитого дачными продуктами. Ягодкой, рыбкой, мясом. Потому что путинские бляди мне жратву не сбросят, а пропасть может запросто. Вот такие новости с Дальнего Востока.